В память о героях, павших в Великой Отечественной войне, в селе Хив состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Белые журавли». Открытие приурочено к 90-летнему юбилею со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Мемориальный комплекс «Журавли» – монумент, посвящен подвигу земляков в Великой Отечественной войне. Главный памятник и один из символов Дня Победы. Почетную миссию «Разрезать красную ленточку» предоставили жители села Хив, ветерану Великой Отечественной войны Абдулгамиду Мирзаханову. Этот проект мемориального комплекса на фоне белых журавлей не случайный. Мы его сегодня открываем в год 90-летия со дня рождения великого народного поэта Расула Гамзатова. Его стихи и произведения объединяют всех в светлом чувстве гордости за наше Отечество.